Эдвард, что? Сэр, ей нужны новые свечи. Посмотри, посмотри, где другие деревни. Ты видишь, сынок, ты деревни видишь? Да, вижу. А как там наши танки? Наши танки ты видишь? Эдвардс. Да. Но они уже не наши. Видимо, то, что нужно Бес, как раз в той деревне. Ладно. Пошли, Эдвардс. Пошли. Удачи. Пойди сюда. Танк уже не поедет, а он к утру умрет. Нам крышка. И что, ты хочешь задание бросить, да? Ты не понял? Финч, Причард, мы все изначально просто мясо. Ну, раз ты так хочешь, Макманус, иди. Ты со мной так не говори, понял? Не на стольких заданиях был, тебе не снилось, мальчик. Ну и вали тогда. Вот тебе и прорвемся вместе. Давай, ищи запчасти. Танк должен ехать. И не умри. Das ist dermaßen langweilig. Ich bin mich um.
Отлично. Одна есть, осталось три. Ich hab das ja alles so, sag. Wird uns diese Bastarde nicht die Arbeit wegnehmen? Hat uns da mitgehen müssen. Halt endlich dein Maul! Johann, bringst du uns doch beide um?
Hitler ist so ein Arsch. Er verdient es nicht anders. Er ist ein Arsch, ja. Und ja, extrem gefährlich. Er schickt uns eiskalt auf die nächste Selbstmordmission. Und dieses Mal haben wir nicht so viel Glück. Ja. Sein dummes Gesicht war unser Rückkehrer unbezahlbar. Ich bin sicher, er hat schon Pläne wie ein Schwung. Полдела сделано. Dreht jeden Stein um. Er versteckt sich vermutlich irgendwo. Findet diesen Bastard und tötet ihn! Meldet euch, wenn ihr ihn seht! Dreht jeden Fall!
Hol dir den Mistkerl! Schieß weiter! Beginn, der kommt weiter vor! Sei vorsichtig! Er ist genau vor dir! Wir sollten Hilfe holen! И еще одну.
Это все. Возвращаемся к Бэс. Я там заблудился. Здесь верного пути нет. Ну так ищи. Ты мехвод. Молодцы, ребята. Да. Мы молодцы, правда? Все, сэр, это последний. Хорошо, тогда выезжаем. Я все делал правильно. Все! Всю свою чертову жизнь! Всю свою жизнь я жил по инструкции! По инструкции! Ты что творишь? Глупая, тупая, чертова машина! Ну давай! Давай, Бэс! Соберись же, ну давай, вместе! А, твою мать! Я думал, ты любишь воевать, скотина! Как ты ругаешься?